Правительство вновь заинтересовалось стройкой на западном берегу Стрелецкой бухты. Несколько лет назад жители московского квартала остановили стройку многоэтажного дома. Однако вырытый застройщиком котлован остался. Дождевая вода размывает грунт, и здания сползают вниз. Жители продолжают бороться за свою безопасность. На месте побывал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Михаил Демиденко. Чиновник не исключает возможность радикально решить проблему. Мы знаем, что эти земельные участки, принадлежащие на разных правах и городу Севастополю, и третьим лицам, сейчас находятся в зоне красных линий утвержденного проекта уличной дорожной сети. И там совершенно очевидно необходимо создавать общественное пространство. Под эти цели, эти участки рассматривать возможность изъятия. Я не говорю о том, что это обязательно должно произойти, но там необходимо принять меры для исключения ползневых процессов и создавать общественное пространство. Напомним, на прошлой неделе специалисты строительной компании «Монтажстрой» сообщили, что учли все замечания и предложения жителей московского квартала. И специально разработали для них эскизный проект укрепительных стен, самое главное, произвели их определенные расчеты. На своем участке свои укрепительные стены мы сделали, то есть привели все в порядок. И, собственно говоря, при рассмотрении, что там уже будет под этими опорными стенами, готовы разработать рабочий проект всей концепции, чтобы ускорить там строительство и, соответственно, все ремонтно-восстановительные работы по устранению данной проблемы.